Главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко присвоено внеочередное воинское звание генерал-майора и вручен орден доблести первой степени. Как сказал представитель Народного совета ЛНР Алексей Корякин, награждение произведено за успешное завершение совместной операции по ликвидации Дебальцевского котла, командованием которым Александр Владимирович принимал непосредственное участие и даже получил ранение. Вручение ордена прошло 23 февраля в Донецке на праздничном концерте, посвященном Дню защиты России. Присвоить Захарченко звание генерал-майора. Это через одно звание, это, скажем так, это норма такая и есть. То есть это есть такая возможность, так как он сейчас в звании подполковник. Также наградить орденом доблести первой степени за закрытие котла, за совместную операцию, которую провели. И, ну, вы сами видите, какие последствия. То есть Украина, конечно, отрицала наличие данного котла, как и Иловайского. Но на сегодняшний момент мы видим с вами последствия этого котла. Поэтому очень немаловажный взнос в этот котел, захлапывание непосредственно глава ДНР внес. Он лично там присутствовал. Ну, в принципе, и ранение получил на нашей земле.